Администрация городского округа Самара в своем телеграм-канале информирует жителей и гостей областного центра о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. На территории города действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. 25 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая ежегодно объединяет миллионы людей, напоминают в телеграм-канале Октябрьского района. «Георгиевская ленточка» – это символ воинской славы, который носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей Великой Отечественной войны. Октябрьский район также принял участие в акции. На площади героев 21-й армии юнармейцы 16-й Самарской школы раздавали жителям георгиевские ленты. В школе 148 прошли соревнования «Моя семья – спортивная семья», сообщают в телеграм-канале Ленинского района. В районном этапе с завидным энтузиазмом приняли участие 16 семейных команд. Призеры и победители награждены дипломами и призами, а участники – памятными сувенирами. По итогам районного этапа семья Щежиных и семья Калиновских примут участие в городских соревнованиях, которые пройдут 13 мая во Дворце легкой атлетики на улице Физкультурная, 101. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми, опека Самара предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, которые являются инвалидами. По вопросам выплаты можно обратиться по адресу: улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет, или позвонить по телефону 340 08 47.